Еще хотелось бы сказать про важность конкретных примеров переворотов. Да? Переворот, мы напомним вам, что это первоначальная мысль, которую вы исследуете. Он не уделяет недостаточного внимания. Вы делаете переворот на себя, на другого, на противоположное. Я не уделяю себе достаточно внимания. И я смотрю конкретно, как я это делаю, когда я это делаю, да? То есть, каким образом я делаю это в моменте. Не уделяю себе достаточно внимания. А что значит конкретный пример? Наш ум любит обобщать, он любит растекаться, он любит рассуждать. Вот если вы читали умные книги, да, то есть, например, про отношения. Вот в отношениях должно быть так, да, люди должны понимать друг друга, вот на свадьбах им советуют. Вам взаимопонимание, счастье, гармония, любви, вот должно быть все так красиво и приятно. И мы где-то все как будто знаем, как мы должны жить. Мы все знаем, что пара создана, чтобы любить друг друга, да, чтобы дети росли в этой гармонии, чтобы там уважать друг друга, ценить друг друга. Мы все пропитаны этими знаниями. Но проблема в том, что эти знания внешние. Мы можем очень много рассуждать на эту тему, да? И убеждать даже других, можем с другими спорить, вот, выдавая эти концепции, как нужно строить отношения, что нужно делать, да, чтобы быть в гармоничных отношениях, какие шаги нужно предпринимать. Многие курсы, они как раз и направлены на это. Да, научить людей правильно действовать, правильно поступать. Иногда это работает, да, то есть мы не будем утверждать, что это не рабочие знания, они иногда заставляют нас тоже задуматься о чем-то, вот. Но важно здесь обратить внимание, что вот эти внешние знания. Почему-то я знаю, что я сейчас должна его уважать, и я его ненавижу. И что мне с этим делать? У кого так было? Да? Я должна его ценить, а мне хочется его размазать, опустить, унизить, сказать, что ты больной, а я это делаю. Да? Почему так происходит? Да? Почему я не живу так, как я знаю, как я должна? Почему происходят эти конфликты? Я же знаю все правила ведической женщины, там, или каким должен быть мужчина достойный в отношениях, как он должен себя вести. Не помогает нам это. Поэтому и ум любит рассуждать. И вот приглашение в переворотах найти конкретные примеры для вас, да, для того, чтобы вы отошли от всех концепций, от всего того, что вы знаете, да, от того, что вы привыкли считать вашей правдой, и найти, как в вашей жизни происходит, что на самом деле вы делаете, что на самом деле есть ваша проявленность, вот это честное всматривание в себя, честность с собой. Именно она как бы вас ведет с этого уровня рассуждения ума, да, который постоянно идет в уровень глубокий, уровень ценностей, внутренних потребностей, внутренних ощущений вашей внутренней, именно внутренней правды. Да. И мысль, она может быть действительно истинной, да, люди должны уважать друг друга в паре. Но когда мы начинаем следовать этому как правилу, как какой-то концепции, идеи, мы понимаем, что у нас не всегда это удается. Мы начинаем еще чувство вины испытывать. Да, я же должна его уважать, а тут я истерю. Как... Поэтому нам самим от себя неприятно, почему так происходит. Но когда вы исследуете свои мысли, да,
Я думаю, он должен уважать меня, я должна уважать его, вот этот переворот, я должна вообще уважать себя. И я смотрю, как я сама лишаю себя этого уважения. Я внутрь себя всматриваюсь, я нахожу этот ответ в своей жизни, как я от этого отказываю себе и ему в этом же уважении. Я вижу, что я тот источник, который может себе это дать. И это вот уважение становится моим внутренним знанием, моей как бы своей прожитой истиной. Я понимаю, что он на самом деле он уже меня уважает по каким-то признакам, я тоже это вижу. И я вижу, что это уважение есть между нами, есть в нашей природе. Да? И да, это мы с людьми должны быть уважать друг друга. На каком-то этапе для меня была просто концепция. Но после исследования она становится моим знанием внутренним, моей мудростью. Я уже иду в отношения с этим базовым уважением, просто потому что оно есть часть меня, часть моей природы. У меня эта тема, она уже исследована, она уже закрыта. Тема уважения. Да? Мне не нужно следовать правилам уважения. Я просто становлюсь уважающей себя и другого. И вот чем ценна работа и чем она отличается, допустим, от других методов, да, тем, что она не создает никаких правил. Когда Ренкети говорит, проживайте свою истину, да, проживайте, именно пока вы это не проживете, ни одна идея не станет вашей. Вы будете, ну, как заложник концепции просто и все, и чувствовать себя несчастными от этого. И поэтому именно исследование помогает стать нам прожить эти знания и понять свою внутреннюю мудрость. И когда это увидеть в себе вот эту опору, вот этот свой внутренний авторитет, и когда это поднимается в нас, там мы перестаем бегать там, за помощью ко всем, там, вот, спасите, помогите, скажите мне, кто я, какой я, а что мне делать, а дайте мне совет. Да, потому что у каждого свой мир, кто-то тоже так же заблужденно бегает вокруг себя. Вот. Как вам могут дать совет тот, когда вы сами себя не можете до конца прочувствовать? Все ваши ответы они внутри вас. Вот туда приглашает работа Бернкетти. Поэтому мы так вот ну вот лично я, да, остаюсь в этом методе только потому, что я вижу силу и ресурсность именно во внутренних знаниях, не во внешних. И вот перевороты, опять вернемся, конкретные примеры к переворотам. Конкретные, не рассуждающие, не с уровня концепции, как должны жить люди, а как я вообще, это все история, это все. Конкретный пример — это он уважает меня, да, как я буду смотреть. Я его попросила, а он мне что-то сделал, там, не знаю, банально, я попросила принести мне там пакет с чем-то, да, он взял и принес. Это конкретный пример. Если бы он не уважал меня, понес бы он этот пакет, да? Это мелочь, но именно в мелочах кроются зерна наших отношений друг к другу. И вот в этих мелочах можно насобирать драгоценные алмазы и бриллианты. И поэтому ищите и смотрите на перевороты, перевороты конкретные. Да, конкретно, как я не уделяю ему достаточно внимания. Вот я начинаю вспоминать, что он пришел, а я такая была уставшая, и не захотела даже выйти к нему в коридор, там поцеловать, обнять, да, вот я не уделила ему достаточно внимания. Это конкретный пример, да, когда, по сути, я могла это сделать, но не захотела, там, или там обиделась на него еще. Ну, то есть у каждого оно что-то будет свое, ищите, ищите. Когда вы начнете замечать, как вы живете, да, вот это вот, что значит быть осознанным, да, это вот видеть, как это все двигается во мне. Тогда у вас как будто появляется возможность поступать иначе. Вот сейчас я могу опять это сделать, как я делала в прошлый раз, но я, когда делала это исследование, я увидела, что это меня, к счастью, не приводит. И это не потому, что я себя заставила,
да, поступить иначе, заставила встать с постели и встретить его в коридоре. Ну, привет. Нет. Это просто про то, что я вижу ценность этой встречи. Я вижу, что я сама от этого окрыляюсь и наполняюсь радостью, любовью, что мне от этого хорошо. Я делаю это для себя даже в первую очередь. Поэтому вот смотрите, конкретные примеры, конкретные, как он делает это в моменте, как я это делаю в моменте. Смотрите на факты. Да? Пытайтесь избежать вот эти интерпретации, ловушки, когда вот просто дерево, ну, веточки, 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 то есть у нашего ума свойство вот убегать во все там мелочи, ну, как бы от истины убегать. Вот. Это про важность конкретных примеров переворотов. Именно они дадут вам встречу с реальностью. И это вас освободит. Так что удачи вам.